Интернет-сайт для взаимодействия общественных организаций и волонтеров появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила глава города Елизавета Солонченко после обсуждения подготовки к празднованию Всемирного дня волонтера, который отмечают 5 декабря. В столице Приволжья работает несколько волонтерских организаций. Они помогают ветеранам, социально незащищенным слоям населения и бездомным животным, проводят поисково-спасательные операции. Движение добровольцев набирает обороты, но не хватает кадров. Есть и другие проблемы. Например, отсутствие подготовки и взаимодействия между организациями. Мы сегодня встретились для того, чтобы обсудить, как совместить, как выровнять информационное поле между общественными организациями, которые труд волонтеров используют, для которых это важно, нужно, им нужны такие люди, и самими нашими нижегородцами, которые, чтобы легко, или позвонив, или зайдя в какой-то интернет-сайт, могли быстро получить информацию. Наша постоянная забота, чтобы вот этот вот поток людей для нашей организации, он не прекращался. Потому что если нужно собрать 20 человек в среду вечером, чтобы поехать искать бабушку там в Семеновском районе, нам нужно иметь в запасе 2000. Потому что все волонтеры – люди работающие, у них есть семьи. И вот свободных найти именно в это время для нас тяжело.